Сегодня в полночь в Магадане снимут режим чрезвычайной ситуации. Он действовал 16 дней и позволил оперативно, в обход затяжных конкурсных процедур, нанять дополнительную технику для уборки снега и мусора после циклонов. В помощь из регионального бюджета направили 15 миллионов рублей. Для работы дополнительно удалось привлечь 18 единиц техники различных предприятий Колымы. Каждый день на линию выходили 60 машин. В обычном режиме коммунальщики могли направить на треть меньше. За две недели удалось очистить от снега и мусора город и окраины. Сейчас мы будем продолжать работать, но в обычном режиме, без чрезвычайной ситуации. Вся эта работа будет продолжаться до последней снежинки, которая на улице лежит. Сейчас силы брошены на пешеходные зоны. Предстоит снять еще ледовую корку на тысячи проблемных участках. Работа осталась в большей степени для дворников.